Привет. Серьезно? Серьезно? Вы мне сказали, что целка. Я не пойду в льду. Ну ладно, не иди там. У Джейми все. Какая разница? Да это просто боссы, мобы. Тыкаешь три клавиши, ничего. Смотришь на мир хотя бы. Какой мир? Я на этот мир уже насмотрелась. Целка. Блин, ну вы манули меня. Какая разница, это целка, что там, да. Большая разница, зачем мне это, блин, бесполезный, как льда. Ну а целка зачем тебе? А мне надо доодеться. Как ты оденешься? Там МПР. О, я же не фул. А потом оденешься, завтра уже. Сейчас быстренько льду пронесем. Какая льда, ну серьезно. Великолепная, она красивая. Да нечего там делать. Скула. Блин, серьезно, блин, приехала целка. Я думала, вы меня не обманываете, а вы обманули. Я думал, тоже целка. Не понимаю, что там. Не только меня наебали, да? Нужен человек, он разрушитель любой. У меня просто, да, умерла надежда просто. Я ливаю с ги. Нельзя обманывать. Ладно, я больше не буду. Ну ладно, хорошо. Так ты идешь по льду? А, блин, я не знаю. Ну постоишь в сторонке, посмотришь, как люди бьют. У меня даже нету этого. Взять этот рейд и закончить его через 2 часа. Я надеюсь, что немножко раньше, потому что я хочу уже спать. Ну если захочешь спать, скажешь и пойдешь спать. Хорошо. Кто здесь никого насильно не бьет? Короче, без хилики убьем этого босса, он убивается в 10 человек. Облегчите мне жизнь, поставьте плюс, кто умеет стакать колчедан. Ой, облегчите мне жизнь, просто посадите в машину, и чтоб я ничего не делала. Ну, сядь в чоппер, там просто погоняешь в нем. Деморонайзер, сади звездочку. Мы, Олег, уже сели с ним, как в прошлый раз. Хорошо, кружочек ничем, садись, будешь подцеплять колчеданы. А, капец. Нет. Альфари, тебе надо чего с чоппером, или ты просто в него сел? Нам надо нормальные люди в этих разрушителях. Сядь звездочку, Альфари. Я тогда в кружок. Теперь присоедините, кто не в машинах. О, с двух стаи только убери. Посетитель тёлка. Господи, посетёлка какая. Пайси, тёлка, сади звездочку. Появится моделька справа от тебя внизу карты. Нажми на пассажирское место, там моделька с двумя местами есть. Попробуй это сделать. Верим, надеемся в тебя. Плота, садись в кружок. Выбирай место пассажирское. Шустрила, садись в кружок. Кто еще без машин? Маэль. Шуруп, садись на... Скажу. Садись звездочку. Ламба, садись в звезду. Сам Супердру в кружок. Я понял, спаси тёлка. Кто сейчас сядет звездочку в кружок, у вас появится моделька машины справа внизу карты. Нажимайте на пассажирское место, вас туда перекинет и поменяется панелька. Это будет видно. Самаэль, садись в звездочку, водителем будешь. Все, поехали. Короче, Супердру, пересаживайся обратно на водителя. Я вам ничего такого не буду сейчас рассказывать, просто убиваем босса, не хардмод. Он добивается просто. Две кнопки надо.
Самэль, ты сможешь сейчас выйти с машины, повесить проклятие стихий на босса? Мы его быстрее убьем. Спасибо тебе. Видишь, какой сложный босс? Надо нажать двоечку и единичку. Убирай колчеданы. Убирай колчеданы. Надо подбирать. Супердру, отъедь от босса, он тебя преследует. Просто уезжай. А где вы сидели, кстати? Да я перепутала. Ну, я не удивлен. Ладно. Просто вы, наверное, близко с боссом стояли. Там огненное дыхание касало вас сейчас. Обычно сбивают в осадной машине электрошоком. Ну, а это здесь не надо. Мирные люди, да? Да бить тупо двойки, туда мальфари. Надо первый бить вообще. Да, видишь, постановка без полом, потрясающе. Пошли дальше. Поясните, пожалуйста. А ты где? Короче, какая-то хрень выпала. Надо кому-то из танков? Подожди, у меня не стоит спел, так что я буду долго его искать. Не забей, не засади. Никого. А, окей. Просто беги. Давай еще резать. Короче, идем прямо. Все. Робот впереди. Так, пошло время 22:45. Бегайся в шипе. Полипала я рюкзак. Шите рыбу. Самэль, так, тут все вроде в инсте уже, да? Криминала. Поставь шкаф, пожалуйста. Так, полипалы, кресты, протопал. Каски. У нас два человека добрать желательно. Всем привет. Принимай, Сумон. Паладины, поставьте ауры. Аура на... как будет стоять на огонь, на лёду, на будущее. Бафните Лара, пожалуйста. Дайте каску повару, пристабав, лапу, интеллект. Просто ДД надо, РДК, РДД. Так, вот ты на боссе, Вуди на трэше, пуляй босса. Просто бьем босса и все. Ничего здесь не надо делать. На ком темная меточка, добегайте с рейда. Ну, время боя буду гореть, что делать. Сейчас появится сердце, играем в него двух лямов, потом стопаем дамаг, играем в мелкий трэш слева справа, появятся фламботы, бомботы, большой трэш не трогаем, идем пока танк на
топайте по сердцу. Если вы его убьете, босс восстановит хп, начнется хардмод режим, будет плохо. Бейте хламоботов, может ачивку сделаете. Больше трэш не бейте пока. Так, сейчас поставлю метку, будете сливать моба. Давайте звезду добиваем. Все, там остатки трэша добивайте. О, ладно, зашел. Да давайте босс играйте. Давай сакру. Да, добейте моба. Это я выбегаю с рейда. Давайте последний переход, опять сердце надо будет двух лямов. Спаситель, спасителку, выбегай с рейда. Давайте в сердце играем. Трэш вообще не трогайте. Просто сердце доводим до двух лямов, ждем, когда закончится таймер и босс сам умрет. То стопайте по сердцу, не бейте сердце. Всем привет. 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 Трэш не бейте. Еще умрете. Просто ждите, пока таймер закончится. Все, убили босса, ГЦ, быстрая разборка. Фантастическая чива, ни у кого нет на сервере почти. Надо кому-то сандали. Давайте все в вестибюль, только никто не агрите трэш. Ждем танка хилов. Мы уже почти к йогу подошли, Ваня, подтягивайся. Что ты говоришь? С кем зайти там? Ну, вообще, протопалом на 3-го, 4-го, на этого, на Ую надо. А там кем хочешь уже. Так, блять, звездочку, точечно. Можешь этим шаманом пойти. У кого-то есть там каспект на пару боссов? На совет, на Калагарна или на Аурию? Для какой ГС ты умеешь танчить? Кнопки жать умеешь? Ну ладно, я зайду сейчас. Добейте трэш, не агрите дальше. Пеппер почему-то агрит моба, хочет, чтобы мы вайпнулись, звезду играем. Встаньте все по трэш. Большой моб сильно уешит людей, которые далеко стоят от него. Звезду играйте. Я пока не могу
использовать эту способность. Нужно больше ярости. У кого стоит аура защиты темной магии? Плюс оните, поставьте ауру сосредоточенности. Так, никто не умирал. Давай, поставь шкаф, пожалуйста. Время загадку отгадать, я в чате написал. Около ICQ больше, чем размер моего папочки. Что ты говоришь? Акции какие-то? Черная пятница, о чем-то? Ты старенький, ты не поймешь. Ваня, принимай саму. Там хилом или танком его пойти, а ДДшника нет. Там если хилов, то хочет ДДшку пойти, можете спекнуться. Сейчас посмотрим. Давай, Ваня, будешь танчить квадрат. Вводи звезду. Звезду вводит маленького кружочек. Играем все в кружок, потом звезда, последним квадрат. Все остальное во время боя. Скажу, если у вас есть реакция, никто не умрет. Уважаемый лидер, будьте так добры, точника первого. Вот, плохо слышно, ты вещаешь из какого-то радиомаяка, где помехи идут 100 вольт. Слышишь, точника в первую группу, а то я в ЮНЕСКО буду жаловаться. В суд подам. Тебя в первую... Тебя не слышно. Па, ну перекину тебя в первую пати. Даже. Добавьте сову, пожалуйста. Интеллект, пожалуйста, дай. Зоха. Так, короче, погнали, танки. Все в кружочек играйте, собьете кас кружочку, получите ачиву. Какой суперприз. Собью первый каст. Если он будет, конечно. Что-то не кастует моб. Поломали, что ли? РТД, видите, синий кружочек? Он добавляет плюс 50% к урону. Можете где-то остановиться, дамажить кружок. Да, босса поломали. Он не кастует больше. Забавно. Маги, воруйте щит у босса звездочки. Сейчас будем бить звезду. Как пропадет синий кружочек, появится большой зеленый, зелено-желтый кружок, который наносит по всем урон. По моей команде надо будет всем на дистанцию выйти, а потом выйти с этого кружочка. Дать сакру, спеть гимн отхил и не умереть. Сейчас он пропадет, надо будет на дистанцию всем выйти. Боссу тоже отведешь немного. Все, вышли, вышли на дистанцию, води с синего круга, вышли все на дистанцию, готовься прожимать сакру, прожимай сакру, подводи в синий круг опять босса. Все в синий круг идем, синий круг быстрее подводи, убиваем этого дурака. Все. Все. Последний босс, просто убиваем, 1, 2, 3. Покажу вам.
скажу, да. После убийства остановите себе в этот, в череп. Там закончится баф, получите вы тоже баф. Плюс 10% к криту и к хосте. Это надо в черепок встать. Точнее, вот, скажу. Кому надо баф, на следующего босса в звездочку становимся. Так, идем пока дальше. Так. Ключ уролим. Беспонтовая херня, которая дает 100 голд. Если кому-то надо вещи, пишем. Да, или говорим, врага. Твое время не терял зря. Хорошо, начинаем. Грудак. Вот этот грудак. А, кожаный грудак. Солчата, парольте кожаный грудак. Может, мы выиграем в ГБ, положим для ивентов Войда. 89, отлично. Плюс 20 голды. Копилку. Так, первый. Танчит, начинает Войд, потом точняк, потом деморонайзер. По одному дебафу. Держите на себя, будем сливать левую руку, потом правую. Сейчас я приду и чекну. Чек. Так, сливаем сначала правую руку, звездочка, потом кружок. Все готовы, Войд погнал. Сыграем звездочку. Давай тебе капельку дам, Войд. Играйте в звезду, давай рост, Альфари. Все в звезду играем. Ваня, забирай босса. Убивается рука, появляется 5 осколков, их нужно затанчить. Все, играем в другую руку. Точечно играйте в другую руку, трэш пока не бейте. Все. Морнайзер можешь забрать босса. Или не забирать. Прожиматься надо, когда рука правая, правильно? Да, правая рука, когда появляется, надо прожиматься. Когда он без рук, он вообще не наносит урон. Не использует железную хватку, не понижает броню. Сейчас появится рука, надо будет у нее сыграть. Так, играем в правую руку. Поднимайся. Так, деморонайзер. Войд забирай. Деморонайзер каплю на Войда. Моя капля кончилась. Играем в следующую руку. Давайте быстрее в руку. Кажется, на чего надо 4 руки слить, да? 5 вроде. Ну, не повезло. Пофигу, говоришь? Они... Бессмертие сделали. Да, это проходной босс на бессмертие. Погнали дальше. Сейчас попробуем сделать бессмертие. Будет танчить босс. Вот, с какой периодичностью ты можешь сбивать каст? Пожалуйста, не агрите трэш. Ролим вещи сначала. Вот это надо кому-то. Что, стрела тебе надо, ну, или ты по приколу? Все по приколу ролите, ладно. Агрите две метки.
Надо одновременно слить, как... Не знаю, кого. Дальше отведи мобов, чтобы босс не сагрил сам у нас. Сагрит сам у нас босс, это вайп. 5 минут, 5 будем тратить на раз. Чтобы не умереть на этом боссе, вам нужно всем рейдом стоять в одной точке по команде фиолетового луча на гетне 15 метров. Написал Пайпер. Интересно. Да, не знал об этом. Так, поднимайте Самуэля. Ну, пока босс уходит, идем в другом месте, почистим трэш. Вот. Кружок, ромбик. Так, на этом боссе важна одна вещь, стоять всем под боссом, потому что он наносит удар, который делится на каждого игрока в рейде. То есть, если будет 2 человека в рейде стоять под боссом, они получат по 50к, если 4, то по 25к, ну и так дальше. Еще надо бы мобов поконтролить, чтобы не убивал рейд. Клота, ты даешь антифир на Войда. Ни к чему, ты сможешь сбивать касту боссу? Отлично. Клота первый антифир на Войда, Хелика второй. Босс даст фир, после фира как можно быстрее спрячемся под боссом. Потому что после этого идет его знаменитый удар, который вайпает трейды. Идем обратно. Да, сначала сливаем мелкий трэш, там 4 моба ходят рядом с боссом. Потом босс играем. Кидайте и антифиры все Пепперу. Там кто не кидал еще. Давайте пристабав, каску по локу, интеллект, маг интеллект. Нави. Ребятки, меня слышно? Да не, нет. Плоховато, да? Что? Плоховато слышно, да? Раз, два. Да слышно. Что ты хотел сказать? Не, я просто расстроился, думаю, у меня вообще не слышно. Да не, тебе слышно. Наверное. Лак повару. Ух ты, сколько я уже чив сделал, господи. Она близится. Босс приближается. Ред, сместитесь назад за звездочку. Сначала танки нагреют мобов. Потом мы уже будем бить. Надо бегать от дикого, написал Пеппер. Да, ты прав. Ну, подводишь мобов в рейд. Играйте в трэш. Давайте, все быстренько в трэш. Встаньте все под звездочку, под морду, заливайте трэш быстрее. Задача номер один. Трэш больно бьет. Опасно. И хилов. Все, трэш убит, играем в босса, становимся в звездочку. Появляется луч, мы от него отбегаем. Небольшой такой черный фиолетовый луч, скажу, когда отбежать. Ужасающий визг 3 секунды. Вот этот виск, вот этот часового, вас свернули, сразу сбежались под босса быстрее, под босса, так, мелкий трэш вышел, не страшно, после него выйдет дикий защитник, вот его надо будет слить. Так, отбежали от луча, видите, звезда отбежала. Играйте в защитника сейчас. Так, танки забрали, играйте в защитника быстрее. Встаньте под морду. Быстрее в защитника. Появится лужа, с лужи выходим. С лужи выйдет второй защитник. Опять надо каст сбить, опять сбежаться под босса. Веди к звезде босса. Шаг, 20 шагов назад сделай. Встаньте все под босса быстрее. Саку прожимай. Эти антифер дайте. Было больно. Оливер, Кальте, Джулиан, Шуруп, антифир по Войду. Сейчас еще один защитник выйдет. О господи, мы все живы. Снимаю на камеру. Это защитник, 3 секунды. Вышел защитник, играйте в защитника, поверните чуть босса. Поверните босса чуть-чуть, влево. Сыграйте в моба все, моба быстрее.
Давай сокру, гимнот хил, умирает Рэд, Пеппер умирает, сука! Пеппер, короче, не прожал бабл и засрал нам ачиву. Это человек, который ходит сюда 5 лет, ВЦ. Идем дальше, находи, ну бывает, человек просто не так долго сюда ходит, всего-навсего 5 лет. Хуе, это мне с кем не бывает. С кем не бывает, пошли дальше. Правильно, ни с кем. Не могу бабл прожать ГКД. Пароль там. Ну, не переживай, сейчас дальше будут боссы проще, там надо просто стоять и бить их. С кем не бывает, ничего страшного. Так, вот эта вещь надо кому-то. 15 колды. Блин. Да. Есть, кто хочет отдохнуть, устал от такого скучного рейда, то человек пишет, что есть слот. Может возьмем. Нет, тебя нельзя. Поклонский хочет пойти, наверное, кем-то. Она будет. Вот эти снежные кучи надо забегать, потому что оттуда появляется трэш, и мы тратим лишнее время на его убийство. А так как время еще рано, ну, не позднее, 23.11, так что можете забегать. Вот слева, справа сугробы такие. Куда Войт ушел? Ну, он, наверное, плюс 4. Лучше шкафчик поставить. Ремень. Тебе надо ремень этот или ты так? Джулия, ну хочешь уходи тогда, Поклонский вместо тебя пойдет. Давайте, осталось пару боссов. Пролей площадь, там был танкочки. Давай тебе отдам, пока никто не видит. Давай. Поставь себе очко, пожалуйста. Джулиан, ты все, да? Да, я портнулся. Давай, может лучше я пойду. Ты, в смысле? Ну, в смысле, вместо Джулиана. Ну давайте следующее, если найду слот. Потерпи немного, минут 20. Ну ладно. Жрис ПД. Ладно, там тоже можешь идти. Можешь этого босса подамажить. Хорошо. Так, где? Ну тут все просто, надо постоянно двигаться, чтобы дебаф не получать. Отбегать от метки, потому что они ваншотают вас. Что там еще? Забегать в сугроб, когда появится. Сначала появляется большая метка, потом падает на него сугроб. В сугроб надо забегать, не забежите, заморозитесь. Ваня, точняк, дай, пожалуйста, фонтан в лаг. Сейчас, сейчас. Я протянусь обратно, а то не могу... Так, там Морназер есть ДД? Нету. Пеппер ДД. Блин, просто здесь не надо 3 хила и 3 танка. Ну тогда мы не сделаем хардмут, ладно, пойдет.
Все, я уже портанулась. Да не надо, блин, у него нету этого ДД. У него только хил уже из ПД. Перенес он по дамажу. Ну как бы у меня лем. Клота 20 КДП, стоит 19,5. А к чему? Принимай сумму. Рибахните кулак, кто-то мафует. Отлично. Сейчас бафну тебе кулак, чек на пул. Это не то, это не надо вам знать. Чек на пул. Не надо пулять, блин. Разбивайте склепы. Разобьете склепы, появятся НПЦ, которые дадут 3 вида дебафа, надо их собирать, получите плюс к урону. Видите, метки падают, них не надо стоять, будет бубо. Сейчас появится грозовая туча, мне надо сбегаться. Получайте баф, если сбегаете с ней. Видите, грозовая туча, чувак пишет, мне грозовая туча, надо сбежаться. Диспелить оковы с рейда. Потом надо сбегаться в лучики. И в костры. Да, вы получите чего? Собрать все бафы. Скоро будет заморозка, две больших метки. Становимся на границу с этими метками, ждем, пока сугроб упадет. Смотрим внимательно. Видите, ледяная вспышка, ДБМ написал. Станьте на границу с метками. Сугроб упал, и надо в него забежать. Давайте быстрее, сейчас заморозит босс все. Супердру не успел. Шуруп не успел. Какая жалость. Не повезло. Разбивайте НПЦ, разбивайте людей, которые заморозились в рейдах. Давай с этим рост. Рост давай. Прыгайте там. Дебаф не получать. Опять вспышка ледяная. Забежали в сугробы. Ой, даже за тоже не успел, да? Помрать я не успел. Разбивайте склепы. Вон в костик можете зайти. Склепы помогите разбить. Верка была невнимательная и умерла. Забегайте. Хлеб. А этот... Блин, не работает, кстати. Ачива с получением бафов. Я вроде 3 собрал. Я тоже 3 собирал. Нет, тут 3 вида бафа. Сейчас покажу, где он тут. Олег, можешь мне зайти на ДД тогда какого-нибудь? Хочешь, заходи. Противодействие зимы. Яркий огонек, энергия бури, звездный свет. Все было собрано. Не работает, чего плохо. Так, это, наверное, надо дать фламбу. Клота, спасибо. На мага я ухожу, да? Да, Лена, спасибо за рейд. Animal Jazz, заходи на Торима. Если ты еще здесь. На мага? Заходи на мага. Если танк тут есть какой-нибудь? Есть Void, точняк, Demoronizer. Ладно. Никого из них здесь нету внизу. Ставьте там шкаф, пожалуйста. Понятие. Ваня заходит на шипы, я понял. Никчем попросил очень сильно сделать бессмертие Торима. Для этого надо 3 танка. Че я спеклс? Кажется, уже зашла на мага, это не вариант сделать бессмертие. Это не мои проблемы. Да. Аккуратненько сейчас, не врывайтесь сильно, я один танчу. Так, вот это надо. Роллы. Отлично. Пеппер, боже ты пати. Перекинь мне это куда-нибудь. Я понял уже.
Как у нас ты ж рейди, да? Ты ж АДК? Пока что. Короче, ну попробуем сделать и чего. Так, тогда в здесь на арене танчат Animal Jazz и этот Морнайзер. По хилам что тут с Эрдру, Пеппер и все что ли? ДЦ есть? Кто-то может ДЦ спекнуться? Ты ему так и чего не сделал? Прист. Прист не поможет здесь, наверное. Ну, могу быстро пойти спик переделать вовремя. Там чисто спик и все. Присмотрите портал, вовремя дайте. Ну, если не напряг, то сделай, тогда шанс повысится. Там тоже ласточишка без смертей. Далее бы я бы зашла на ДЦ. Самое главное это не переагривать с танка мобов, а на второй фазе всем выйти на дистанцию 12 метров друг от друга. Танки должны меняться, как получают баф. Да, на бессмертие. Не третий, у меня дебафов еще немного, а вайда нет. Я моба покаяние кинул, вы там видел по скиллу, да? Я недавно узнал про этот скилл, покаяние называется. Можете проферять там. Кинул покаяние, все, что мог, сделал. Все, я вынесла щит маны, надеюсь, не умру. И надо было кольцо льда дать, бежать. Короче. Сейчас этот бой закончится, присуманим. Так, кто пойдет в комнату? Давайте соберем совет и отправим самых эффективных людей в комнату, чтобы они максимально не умирали. Здесь фламба сразу нет, кралька нет. Смарткил. Знаю. Всем удачного рейда, ребята, и спокойной ночи. Пока. Покеда. Давай, стиль пойдет Хилика, Альфари, это 3, Вой 4, Ваня 5. 5 хватит, как думаешь? Ну, без хармона, да, хватит. Хармон делаем. Ты же без пяти вроде. Ну да, без пяти. Можно и в одного ДД пойти. Да, в одного ДД, чтобы берса было, да? Не агрите моба, сейчас скажу, какого до этого не убивать. Короче, я сказал Ники, кто заходит в комнату. Все остальные, первая фаза, становитесь этот зеленый какой-то темный кружок. Поставь шкаф, Самаэль. Кто танчит, кто в комнате? Кто ты говоришь? Кто танчит в комнате? Войт. Войт надзиратель танчит. Он фикашит уже минут 5. Он умер. Почекнем. Ой, ты тут? Он в РК написал, что 15 минут отойдет. 22-21. Ок. Тогда кикнем на время того рима. Тогда поклонский спекайся в танка. С нами есть поклонский, у которого есть БДК. Бегайся пока в танка. Когда босс спустится, тут танки должны меняться. Чё там, чё они меняются? Дебаф какой-то появляется? Да, вешается дебаф, исходу может быть молнии и ваншот тебе прилетит, поэтому надо сразу менять танка, то есть Animal Jazz, Demoronizer, поклонский. Сидите за этой фигнёй и перетаунте войти по боссу. Единственное, из-за чего можно здесь запортить чего, если, конечно, вы на дистанцию не выйдете. Так, чек на пул. Когда считайте порт вовремя. Давай, порт вовремя. Ты долго? Я просто тогда схожу куда-то. Ну, сейчас присумоните там 2 минутки настроек, он там и все. Можете сумонить. Кто хилит комнату? Задал вопрос Пепперу.
Гилет Пайпер Супердру. Или ты про какую комнату, блин? Варенька хилит, а ты хилишь Гену и Супердру тоже с тобой хилит. Припутал. Нет, ты не идешь. Ты не идешь. Остаешься на арене, хилит Супердру, Грейд. Бывает. А люди, которые идут в чешку, понайдут сюда? Чё? У нас здесь двое, кто идет в чешку. Ну, Альфари, Хилика, я, это три уже, Варенька 4, БДК 5, этого мало? Там вообще-то надо за своим игру садить, я вообще не буду бить поначалу. Варенька хил, да. Сейчас, подожди. Ну давай, в комнату с нами будет 2 БДК в комнате, 2 протопала на арене, 4 танка, танчить и бусы. Пули, чек. Так, Пайпер готов. Ваня. Сейчас, сейчас. Перса теперь 10 минут, поэтому сейчас лича мало кто убивает. Так, сейчас бафы дам тебе. Так, я в комнате хилю. Да, в эту кишку заходишь, хилишь. Все, готов. Пэт Пепер, Пепер, Данила, готов? Пепер. Пепера нет, без него не захилим. Все, он готов, убивайте моба. Незваные гости. Нет танков. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Там на арене в центре стойте, впереди танков не огреть. Нет, на меня моб сорвался. Заударил. Смотрим дальше. Право пушка идет, влево смещайтесь. Эль офнулся, это плохо. Хилите в комнате без меня, у меня мышка зависла в комнатке, там прожмись чуть-чуть. Возложение рук даю на потом. Все, 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 нормально. Ну, бывает. Я завис. Все, бро. Че на мне дебал висит? А, хиль меня на фул, короче. Дерьмо. Балвешает.
Никто не умер еще, да? Фантастика. Что-то я тоже сейчас зависла. Переживай, просто встань в мини-зон и жди, пока развиснет. Звездочки стан дам. Оба. Как, ну, как Торин спустится на арену, все абсолютно мелики тоже, все выходим на дистанцию 15 метров друг от друга, как на свете во время могущественного вихря. Тогда с вероятностью в 99,9% мы сможем сделать его бессмертие. Это не точно. Кстати, а босс бьет молниями от природы? Да. А надо поставить тотем на силу природы. Вот это я забыл сказать. У нас обычно никто не ставит. Самый сложный ХМ тут, считай. Тут и на кошатнице. ХМ? Угу. Ну, без смерти. Да не, на кошатнице там надо просто танк с реакцией. Да, по сути, нет единственной сложности, нету. Там всегда найдется какой-нибудь пайпер, который какой бы танк ни был. Да. Карте, когда запускать босса. Где уже? Так тут. Давайте добивать этот трэш. Запускай босса, выходим все на дистанцию. Вышли все на дистанцию, мелики тоже. 8 метров набрали. Давай рост поставь. Мелики вышли на рейндж. Пузик, отойди. Пузлик, кто там еще стоит. Просто стойте, ничего не делайте. Фламба, уйди, у тебя 30 хп, пизда, тебе сейчас будет. Да. Просто ждите и все. Молнии. Так, сейчас будет дисбалансирующий удар, надо будет поменять танка. Меняй танка. Боссов в центр. Не знаю, ДБМ работает правильно или нет, но через 13 секунд будет удар этот. Пять, четыре, три, два, один. Вот удар. Меняй танка. Ряд молнии сейчас будет. Як, живо. Так, следующий удар через 10 секунд. 9, 6, уже 5, 4, 3, 2, 1. Хоба. Меняй танка. О, видишь, пособило, повезло. Потому что одновременно был и удар, и молния. Поэтому у нас и вайп происходит. Возможно, сейчас опять будет такой же удар. Поклонского капельку, если можно. Прожимайся, балансирующий удар через 5 секунд. Стрела умирает. Давайте посмотрим, где он умер. Где ты умер, кстати? Там, возле двери. Бля, какого хуя он там умер? Добрый вечер. Ору просто. Привет. Есть у вас место? Не, нету. Если что, я в РК, вы мне только скажете, я зайду, я пока магом во второй. Блин, я тогда не знаю, чё, это просто невезение сейчас было. Блин, не я зависла. Ладно, идём. Чё за фигня?
да, потом отменю. Я не могу в игру зайти. Что ты выводил? На ачиву? Без смертей? Да нет, такого не было. Ладно, не переживайте, сейчас будет простой босс. Врывайся, я не молчу. Раз для нашего рейда. Берите большого. Да, я вот в этот раз я тоже сделал кошку для нас, спасибо. Подождите, не убейте без меня. Да мы только трэш пьем. Что-то меня выкидывает, я не могу понять. Я... Ну, может, в ретрика? Ну да, здесь не надо. Я вас, главное, в РК слышу, а из игры выкидываю, типа, ошибка подключения. Проверьте соединение там. Кралька входит в игровой мир. Фруп сдается, идет спать. Бёрн, заходи. Захожу. Кто нужнее, Крист или Шаман? Шаман, давай. Ну окей, я уже. Кралька, может, ты дала пароль кому-то? Меня вообще слышно? Убивай звезду, убивайте звезду, тяните звезду, босс не сагрится, инфа 99%. Отводите мелкий трэш. О нет, он хилится. Нет. Давайте шкаф. Там. Все, ты можете прихилайте Горгот, Супергру и Пейпер, остальные в ДД. Сейчас спекнусь. Кушаем рыбу. Это без гера убивается все. Чек на пул. Не, я еще ману пью. Вижу, у нас людей на комнату, так что плюс ноль, так что. Можно, пожалуйста, еще крест шамана. Давай уже. Пошли бить босса. Давайте все подвоз остановимся. Если появится большой дрень, играем в него. Появится мелкое деревце, играем в него. В лучах не стойте. О нет, нам не повезло. Играйте в звезду сначала, потом кружок. АУЕ не убивайте АУЕ. Весь трэш играйте точечно, потому что мобы взрываются как на трэше возле ребра. Не стойте в лучах, играйте в кружок. Звезда, потом. Потом ромб. Давай саку. А, бля. Больно было, да? Надо было меня забивать. Вот так, да, да. Да. Так надо, да. Должен забивать его. Пойти еще. Это, я понимаю, это сложно. Переключиться с... Ой, я до магов. Я добью, все нормально. Шного моба. Мы потеряли 3 минуты. А что это было, Олег? Ты просил маны.
Нет, из-за чего умерли? А что за взрыв был? Это от мелкого трэша, да? Да. Прикольно, блин.